Охотник готовится проникнуть в район. Понял, охотник. Внимание, там много гражданских. Работайте осторожно. Вас понял. Покупателя тоже забирать? Нет, его мы оставляем пакистанцам. Живым. Берите только продавца, он наша главная цель. Покупателя не стрелять, вас понял. Нужный дом отмечен. Смотрите в оба, сюрпризы нам ни к чему. Дрон запущен. У нас тут стрелок. Один. Да, на вышке. Вторая цель. У нас трое гостей, господа. Перед нами. Цель 4. Жду. Готов. Плюс один. По курсу. Цель поражена. Жду сигнала. Огонь, огонь! Выхожу. Камуфляж работает. Надо избавиться от охранников. Зачистить периметр. Дрон запущен. Вижу противника. Вышка. Две цели. Вот и три. Четыре цели. Плюс три. Жду выстрела. Командуй. Готов. Пошел. Угроза устранена. Противник с пулеметом. Да, на вышке. Смотрят сюда. Осторожно. Тридцатник, выхожу. Вижу еще четверых. На 12. Дрон пошел. Вторая цель. Двое. У них пулеметы. Жду сигнала. Начинай. Цель уничтожена. Построиться для входа. Вижу четверых. Заходим быстро, выбираем цели и снимаем их. Готов, по приказу. Нужен дрон. Дрон запущен. Работайте с ползуном, найдите цель. Я хочу знать, что нас там ждет. Я бизнесмен, я дал слово! Нет, твоих бандитов не протирай! Я буду иметь дело с тобой! Это видно. Покупатель. А вот продавца не видно. Кажется, они еще ждут. Он уже должен быть здесь. Думаете, спугнули? Не знаю. Давай спросим. Готовь ползуна, идем на штурм. Ой, еще один. Где ты его видел? Пошел, пошел! Хаиш Миколан, мене не хочу! Малыш, полегче, вдруг он еще пригодится. Мастер, мне нужно отследить сигнал. Понял, охотник, передавайте. Пошло. Спутник наводится. Так, мы возвращаемся на крышу. Понял, идет триангуляция, оставайтесь на связи. Есть координаты торговца. Он движется? Нет, похоже, у нас проблемы. Машина цели застряла в пробке, нужно достать его оттуда. Сэр, на проезжей части сложно быть незаметным. Ставки растут, пакистанцы перекрывают район. Они уже отрезали две основных магистрали. Похоже, они ведут двойную игру. Договор был другим. Они составили новый.
Дело дрянь, господа. Может, обменять покупателя на продавца? Не вариант. Торговец слишком крупная рыба. Если пакистанцы его заметут, нас к нему и близко не подпустят. А если он уйдет, больше мы его не найдем. Мы возьмем его, сэр. Вопрос, что делать с пакистанцами? Мы забросим вас с другой стороны. Так пакистанцы будут гнать его прямо на вас. Это позволит избежать лишних столкновений. И запомните, вы не вступаете в бой с пакистанцами. Окажут ли они нам ту же любезность, сэр? Да, пока вас не видят. Время подхода птички. Уже скоро. Ситуация внизу крайне паршивая. Там много гражданских и много врагов. Следите за своей целью и за обстановкой. Принято. Отмечаю точку. Принято. Охотник в пути. Я думал, хоть раз у нас все пойдет по плану. План изначально был так себе. Будьте начеку. Иду, прикройте! Так, глядим в оба. Надо найти машину. Можно начинать! Атакую! Смотри! Это стрелок! Они выходят! Мы проигрываем! Попал! Контакт впереди! У него дробовик! Я их прижал! Снял его! Готов! Иди, уходи отсюда! Иду, прикройте! Вы! Враг готов! Справа! Следи за правым флангом! Идут справа! Заходят слева! Попал! Мы одерживаем победу! Есть! Перед нами! Легкая машина! Снял его! Попал! Я иду! Впереди! Я понял. Им не уйти! Идут к укрытию! Попал! Контакт впереди! Можно запасать! Осторожно, РПГ! У них подкрепление! Минус один! На 12! У него РПГ! Дай вдихать! Дожмем их! Я иду! Осторожно, дробовик! Готово! Враги, на 12! Там стрелок! Дрон ушел! Надо добраться до машины. Пошли! Захватить точку! У них подкрепление! Как держать? Огонь по врагу! Стрелок! Враг убит! У них подкрепление! Осторожно, они идут! Машина, осторожно! Враг убит! Мы их давим! Пора кончать гадами! Все готово, чисто.
Черт! Цель убежала! Мастер, я охотник. Вы видите цель? Сотовый. Бомба! Уходите оттуда! Это мастер, как слышно? Ответьте! Мастер, охотник цел. Что случилось? Похоже, машину заминировали. А цель? Торговец взял другую машину и уходит. Надо отследить его с воздуха. Вас подберут вертолеты. Идите к точке сбора. Понял, выходим. Вперед, вперед! Бойцы, вперед! Отлично, бьем их! Все, иди! Мы опознали торговца. Это русская, Катя Пругова. Это тёлка? А я ее сукой назвал. Даже как-то неудобно. Мы сейчас разрабатываем ее связи, но и без них проблем хватает. Установили, что она связана с международной корпорацией, вхожей в криминальные круги. Там отлично умеют скрывать что угодно. Оружие, деньги, людей. Если заляжет на дно, мы ее потом вовек не откопаем. По ней работает РУМО и АНБ тоже. Но данных мало, надо допросить лично. Она нужна нам живой. Вы это соседям скажите. Там настоящее осиное гнездо, как будто все вышли пострелять. Разберитесь с ними, потом берите ее. Берите обязательно. Лететь за ней в Афганистан мы уже не сможем. Пересечет границу, считай, ушла. Вас понял, мастер, работаем. Начинаем. Цель слева. Легкий грузовик. Отлично, не расслабляемся! А! Не стрелять, это гражданские! РПГ, осторожно! Отлично, бьем их! Видим ее машину. Работаем по машинам сопровождения. Главную машину не обстреливать. Повторяю, машину цели не обстреливать. Делайте что-нибудь, а то нам хана! Вертолет на подходе! Мы сдаем! Вперед, вперед! Давим их! Получилось! Отлично! Мы побеждаем! Поставьте на дорогу вертушку, посмотрим, как она проедет. Внимание! Вперед! Давайте, давайте! О, вот теперь застрянет. Заперли! Зачищаем сектор! Труп. Тихо, не вышло! Меняем позицию! Подкрепление противника! Грузовик противника! Враг убит! Бегут к укрытию! Влево! Перезарядка! У
них подкрепление! Легкий грузовик! Справа нас! Они прижаты огнем! Впереди! Враг мертв, а вот и гости! Готов! Готов! Враги слева, слева! Грузовик! Не дайте им победить! Готов! Попал! Чисто! Идем на захват цели! Мы ее взяли. Вырубилась, но живая. Мастер, я охотник. Цель захвачена. Понял, доставьте ее.